Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу об iOS 13.3 Beta 4. Что имеется в виду конкретно, я хочу рассказать. Я вам расскажу о батарейке, то есть, как можете заметить, я последний раз зарядился без 10 вечера в субботу. Сейчас уже воскресенье, без 20, почти без 15, 6. То есть прошло 18 часов, я активно пользовался достаточно, как можете заметить, падало все медленно, никаких резких скачков не было. Вот, состояние моего аккумулятора 85% емкость, еще можно работать. Вот, как добиться этого, я уже ролики писал ранее, то есть у меня есть в роликах, по-моему, если не ошибаюсь, калибровка батареи, как сделать, то есть чтобы ваш процент точно показывал, какая у вас емкость аккумулятора, и также как добиться максимальной производительности, автономности от вашей батареи, вашего iPhone, не важно какой это будет iPhone. Это работает на всех версиях iOS и на всех версиях iPhone. Если вам будет интересно, досмотрите до конца, либо же можете не смотреть до конца, но зашли, подписались, прожали колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И вы все это найдете у меня на канале. Как добиться такого результата. Если вы все-таки досмотрели до конца, ставьте пальцы вверх и оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Пишите, какая у вас версия iOS, какой у вас iPhone и какая у вас батарейка по изношенности. Для меня это очень важно, чем больше информации, тем лучше будет для нас в дальнейшем собирать какую-то информацию и о чем-то разговаривать. Результаты видите сами, то есть это правда. Смотрим, оцениваем, подписываемся на канал. Всем пока.